Думаю, у многих в детстве, а может и не в детстве, была такая ситуация. Ты выдаешь просто отвратительный матч, не забиваешь пустые ворота, не можешь обработать мяч, теряешь его на ровном месте и все подобное. Но приходя к своим друзьям в школу, на футбольное поле, во двор или куда-нибудь еще, ты рассказываешь, в каком ты порядке и что ты забил 3 мяча.